Старт торжествам в честь юбилея главного города страны дал глава государства. Сегодня же офицерские погоны из рук Нурсултана Назарбаева по традиции получили курсанты-отличники высших военных учебных заведений. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вооруженные силы всегда были и остаются хранителями главных ценностей государства – безопасности народа и территорий, конституционных основ и суверенитета. Мгновение для истории 20 лет. И мы смогли построить мегаполис, где сегодня проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Пока я говорю, наверное, увеличилось еще на несколько человек. И это так произошло быстро, на наших глазах. Восхищает всех наших друзей, гордость всех казахстанцев. Поэтому понятие «Казахстан, независимость, Астана» стало единым символом нашей государственности, нашего будущего. Я поздравляю всех молодых офицеров, выпустившихся сегодня из наших высших военных учебных заведений. Мы на вас возлагаем огромную ответственность в защите нашего государства, спокойствие нашего народа, мирный труд государства, будущее. Наши героические предки завещали нам держать стяг всегда поднятым, всегда впереди, и желали с этим стагом больших побед. И с тех пор мы тоже сегодня все наши свершения, все наши программы, которые разработаны, проводим под нашим голубым флагом. Дорогие молодые офицеры, будьте достойны этого события. Я думаю, получение вами из рук Верховного Главнокомандующего. Сегодня под нашим голубым стягом, в день 20-летия Астаны, вручение погонов запомнится на всю жизнь. Пронесите эту радость, это доверие через всю вашу жизнь. Служите нашей Родине, воспитывайте молодых воинов в духе патриотизма, любви к Отечеству. Желаю вам больших успехов, крепкого здоровья.